Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами встречаем нашего гостя Константин Щенников-Архаров. Константин – лютнист, композитор, преподаватель. Закончил он Санкт-Петербургскую консерваторию и увлекся старинной музыкой. И понятно, что старинной нотацией, и стажировался в известной так называемой «Schola Cantorum Basiliensis» в Швейцарии, и, в общем-то, знаком с рукописями не понаслышке, а имеет огромную практику в транскрибировании этих образцов. В курсе истории нотации, которая читается у нас в консерватории, изучаются проблемы старинной нотации, и мы сочли необходимым и интересным, ну и Константин согласился нам в этом помочь, принять участие вот в сегодняшнем обучающем мероприятии, или, как сегодня говорят, мастер-класс, и, соответственно, покажет и расскажет нам о нотации Треченто, то есть об итальянской нотации XIV века, нотации специфической, в чем ее специфика, он, соответственно, нам сегодня и расскажет. Ну, я хотел немножко предварить его выступление тем, что курс истории нотации в Московской консерватории читается достаточно давно. Начиная с 70-х годов, когда-то эта идея пришла в голову Инне Алексеевне Барсовой, и, соответственно, вместе с другим преподавателем нашей кафедры теории музыки Барановой Татьяной Васильевной, они основы этого курса и заложили. И сегодня история нотации продолжает изучаться. Сегодня мы с вами находимся как бы на новом уровне изучения этого курса, когда появилась в связи с интернетом возможность непосредственного соприкосновения с самими рукописями, что ставит, в общем-то, проблему и переносит эту проблему несколько в другом плоскости и в другом более высоком направлении. Должен сказать, что музыкальная палеография, то есть изучение старинных рукописей в нашей стране, я говорю о западноевропейской музыке, как вы знаете, ну, особыми успехами не может похвастаться в сравнении с русской палеографией, где у нас есть и резервы, у нас есть и опыт работы с древнерусскими рукописями. Вот сейчас мы, по крайней мере, в Московской консерватории стараемся этот пробел как-то наверстать и выходим на новые рубежи в изучении курса зарубежной музыкальной палеографии. Ну, соответственно, я хочу еще передать слово Людмиле Ване, который курирует этот семестр курса музыкальной нотации. Да, добрый вечер. Я хотела на самом деле сказать всего пару слов про то, что сейчас из себя представляет наш курс. Сейчас на нем работают три педагога. Это Николай Иванович Тарасевич, Елена Марковна Двоскина и ваша покорная слуга. Инна Алексеевна еще. Да, Инна Алексеевна, да, Барсова, да, конечно. Вплоть до недавнего времени первую часть курса преподавал доцент Сергей Николаевич Лебедев, один из ведущих специалистов в области изучения истории нотации здесь, в России. И надо сказать, что все преподаватели этого курса, мы музыковеды. Мы подходим, конечно, к изучению истории нотации как ученые, как исследователи, да, с такой теоретической стороны вопроса. И когда я познакомилась с Константином, стало понятно, что взгляд практика, взгляд исполнителя проливает свет на какие-то нюансы, которые не видны нашему исследовательскому взгляду. Потому что Константин не просто исполняет старинную музыку, а он делает это, собственно, по оригинальной записи. Он работает с этой нотацией, он общается с ней более тесно, чем даже те, кто преподает этот предмет. Вот, поэтому спасибо Константину, что приехал, вот, и думаю, что мы начинаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, собственно, тема сегодняшней нашей встречи – это нотация итальянского Триченто. Так совпало, что, ну, когда мы выбирали тему, мы, собственно, обсуждали, а как идет курс в Московской консерватории, что к какому моменту, значит, происходит. Ну и как-то так совпало, что вот курс как раз в этот момент должен был подойти к итальянской музыке и к итальянской системе нотации, вот, и которой я как раз занимаюсь практически в рамках своего ансамбля «The Readers». Мы как раз исполняем эту музыку и делаем это по манускриптам, вот, поэтому мне оказалось... У меня оказалось многое, чем я могу поделиться. Вот. Можно начать транслировать. Вот. Для начала, сегодня я уже проводил лекцию для студентов, как раз вот в рамках этого курса. И для тех, кто собрался здесь, я такую маленькую подводку, значит, сделаю. Можно, пожалуйста, следующий слайд. История полифонической музыки, она началась с импровизаций. И многие трактаты, начиная, собственно, с Гвидо Аретинского, который изобрел нотацию, которая, вот, собственно, пришла в какой-то момент к той нотации, которую мы сейчас читаем как нашу обычную. Вот, просто берем книжку, и вот оно. Да? Концерт Рахманинова, это вот оно. Вот, оно родилось откуда-то оттуда. Но все трактаты, они учили полифоническую музыку в первую очередь импровизировать и не записывать. Ее долгое время не записывали, но по каким-то причинам в соборе Нотр-Дам в начале XIII века они решили это делать. Они решили записывать собственные импровизации и для этого изобрели нотацию, которая, ну, вернее, они использовали нотацию и придумали к ней определенные правила. У этой нотации был ряд проблем. Это первый этап в истории нотации, вот, это модальная нотация. Это первая попытка нотировать ритм точно, потому что до этого ритм опирался на текст, на какие-то другие знаки и был весьма примерным, не мензурированным. Когда же музыку полифоническую исполняли, они ритм как бы решали на месте, и никаких знаков им для этого не требовалось. Так вот, здесь впервые музыканты решили ритм фиксировать. Для этого придумали ряд правил и идей, систему ритмических модусов. Вот. Ну, вы многое наверняка об этом слышали. Если вы собрались на это мероприятие, мне кажется, не надо об этом много говорить. И у этой нотации был ряд проблем, как я уже сказал. Она была слишком контекстной. Невозможно было понять, что вот сама по себе нота значит, какая это длительность. Значит, ноты выглядели просто как квадратик, одиночная нота. Она могла быть с хвостом, могла быть без. Это совершенно никакой разницы на ритм не оказывало. Она могла оказаться лонгой, могла оказаться бревисом. Вот. И только ситуация, в которой она появляется, только ноты, которые вокруг нее, могли нам что-то сказать о том, лонг это или бревис. И точно так же лигатуры – это ноты, которые записаны одним символом, одной связкой, вот, это, они тоже кодировали определенные ритмические паттерны. Но ни одна лигатура сама по себе не говорила нам что-то про ритм конкретно, да, вот, абстрактно, без других. Только в связке с соседями мы могли понять, какой это ритмический модус и что, собственно, может значить эта лигатура. Кодекс, главный кодекс школы Нотр-Дам, это Magnus Liber Organi, это в смысле собрание всей школы Нотр-Дам. И главный кодекс это Плутео 29.1, который хранится во Флоренции. Ну, также есть еще пара рукописей Вольфенбютель, так называемых. И, в общем, это целый корпус. Magnus Liber Organi это не одна книжка, это несколько книжек. И вот Плутео, картинки из которого вы сейчас видите, это самый-самый крупный том. Эта нотация родилась в Париже в 20-е-40-е, но, опять же, как говорят, репертуар, который она записала, он был более ранним. Они просто как бы сделали там свод уже такой старой, доброй, проверенной как следует музыки.
Дальше возникло желание нотацию конкретизировать, да, чтобы у нас было ну, хотя бы два разных значка для Лонги и для Бревиса. И это сделал Йоханнес де Гарландия. Он предпринял первую реформу нотации и начал лишать нотацию контекстности, начал значит, каким-то образом детализировать, что может значить та или иная лигатура, та или иная форма ноты без контекста. Он придумал также отдельные значки для пауз, чего раньше не было. Дальше были Франко Кёльнский, Филипп де Витри, Пьер де Лакруа. Каждый из них придумывал какую-то свою систему. Но если описать это все дело вкратце и в целом, то первые шаги в реформации нотации предпринимались в сторону ухода от контекстности, чтобы сам по себе значок был уже самодостаточным. Да? И чтобы можно было записывать какие-то ритмы, которые выходят за пределы модальности. Потому что, ну, что такое ритмический модус? У нас есть, например, первый ти-та-та-та-та-та-та. Да? Длинная, короткая, longa brevis. И в рамках первого ритмического модуса невозможно в, нашу, как бы, в наш условный такт поместить короткую, а потом длинную, типа та-та-та-та-та-та. Это совершенно немыслимо, это за пределами модального мышления. В какой-то момент музыкантам это понадобилось, и вот попытки конкретизировать и уйти, во-первых, от контекстности нотации, во-вторых, от модального мышления, сделать музыку более гибкой и менее предсказуемой. Дальше следующие попытки сводились к тому, чтобы добавить нашей нотационной системе немножко больше мелких длительностей, потому что главными до этого времени все равно оставались лонга и бревис, не так много, да. Вот, если взять концерт Рахманинова, там от целых до каких-нибудь до 64-х, вот в разных вариантах. Так вот, это как бы это не то чтобы это эволюция, но это, по крайней мере, путь. И музыкантам захотелось иметь разные мелкие длительности, чтобы каким-то хитрым образом их организовывать. И Пьер де Лакруа, Филипп де Витри и некоторые другие системы предлагали свои варианты решения. В результате не все из этих систем они оказывали какое-то влияние на последующие. Например, система Пьера де Лакруа, она как бы закончилась не о Пьере де Лакруа, система Гарландии тоже. Самое главное влияние оказал Франко Кёльнский, и после него многие, значит, реформы опирались либо на Франко, либо ну, когда каким-то образом, значит, его трансформировали. Но от Франко Кёльнского нотация уходит в сторону французской арснова, и вот дальше французская арснова захватила все и поработила музыкальный ринг просто до конца, потому что из французской нотации арснова потом со временем появилась и наша нотация, как мы ее сейчас знаем. Она, вот эта вот французская нотация, она просто трансформировалась, она стала единственной употребимой во всем мире, и как бы вот ее трансформации привели к нашей нотации. И в этом смысле нотация итальянского Тречента выглядит как одна из нескольких вот тупиковых ветвей. Зачем нам ее изучать, да, если она как бы нам ничего особенно в истории не дала? Можно открыть следующий слайд. Дала. Нотация итальянского Тречента, она зафиксировала определенный музыкальный репертуар, который другой нотацией уже не записан. И откуда мы, собственно, знаем сами правила? На каждую систему нотации есть свой трактат, автор, который вот рассказывает о том, как, ну, собственно, эти нотационные системы названы авторами, которые их описывали. Гарландия, Франко Кёльнский. Так вот, нотацию Тречента мы знаем из трактата Маркетто Падуанского, который он написал в 1319 году, и дальше есть еще одна копия, которая не совсем копия трактата, а просто его краткий конспект. И главные источники, в которых эта нотация используется, это кодекс Росси, о котором я сегодня уже студентам рассказывал. Это один из самых ранних источников в этом корпусе. Дальше есть кодекс Скварчелупи, Панчатики и поэзии музиката итальяна,
это ну, кодекс Пит, так называемый, это четыре главных источника, в которых эта нотация сохранилась, и репертуар достаточно обширный и достаточно интересный, чтобы за него взяться. Можем идти дальше, следующий слайд. Вот. Ну, собственно, к практике. В это время мы уже совершенно уверенно имеем отдельные значки для отдельных длительностей. Вверху вы видите максимум, самую длинную ноту, чуть ниже лонга. Как правило, максимум состоит из двух лонг. Да, если раньше это могли быть там 2-3 вот, бинарные и тернарные деления, то итальянцы, они как бы узаконили бинарные деления. Максима делится на две лонги, лонга делится на два бревиса всегда. А вот с бревисом начинается интересное, самое интересное. Да? Бревис делится на разное количество семибревисов. Дословно семибревисы значит полубревисы, но это не значит, что бревис делится на два. Их может быть до 12 включительно. Да? То есть целое делится на 12 половин. Семибревисы выглядят вот как такие ромбики. Вот. И если посмотреть дальше, следующий слайд, то дальше у них целая многоуровневая система из так называемых дивизио. Прима дивизио, да, первое деление, первый уровень деления бревиса. Бревис можно поделить на два, можно на три. Тем, кто учился в первом классе в общеобразовательной школе, это должно быть предельно ясно. Можно поделить на два, можно на три. Дальше. Слайд можно оставить. Это мы идем дальше, слайд остается. Дальше следующий уровень. Секунда дивизио. Если мы, скажем, поделили бревис на два, да, каждый из этих двух семибревисов может поделиться еще на два или на три. Да? Вот эти первые две пропорции называются бинария и тернария, от, как бы, от собственно, латинских 2 и 3, да, прима дивизио. Соответственно, дальше, если мы два семибревиса, каждый из них поделим еще на два, получится 4. Опять же, 2, 2 плюс 2. Сложного ничего нет, получается кватернария. Да? Пропорция из 4 нот. Если каждый из этих двух мы поделим на 3, то получится сценария. Дальше, если мы поделили бревис изначально на 3, то каждый из этих трех можно поделить на 2, получится еще одна сценария. Вот. Но я надеюсь, что кроме математики все наши слушатели имеют некоторое музыкальное образование, вот, и знают разницу между 6/8 и 3/4. Вот, это примерно такая же разница в группировке. Да, если сценария, которая рождена из бинарии, да, она называется сценария имперфекта, да, несовершенная шестерка, да, или галлика, да, то есть сценария галлика, французская. Она похожа на 6/8, то есть это две группы по 3/8. Да? То сценария перфекта, италика, которая рождена из тернарии, она напоминает 3/4. Да? 3/4, каждый из них делится на 2/8. Суммарно количество восьмых одинаковое, но группировка разная. Дальше. Тернария может делиться на 3. Да? То есть каждый из этих семи бревисов может делиться на 3, и получается пропорция новенария. Да? Собственно, от нове 9. Но у нас есть еще и терцидивизио, да, третий уровень деления. Если мы в бинарной системе, да, вот та, которая в левом столбце, посмотрим на каждый бревис, да, каждый бревис можно поделить еще на 4, ой, 7 бревис, можно поделить еще на 4, тогда получится 8, да, получится пропорция от тонария. Если изначальную тернарию, да, то есть три семибревиса, поделить, каждый семибревис в этой группе поделить на 4, то получится дуодонария, да, 12, двенадцатка, скажем так. Да. И у Маркетта да Падова есть огромное такое, ну, в общем, да, пространное объяснение того, как эти пропорции между собой сочетаются по ритму. Главная идея была в том, что самые мелкие ноты вот, на уровне секунда дивизио, они друг друга равны.
Да? Но это практически, опять же, теоретически не представляется возможным. Да? То есть, дело в том, что, например, пропорция новенария, да, в ней и в сценарии Галлики, да, в ней, как правило, вот эта вот самая мелкая нота оказывается меньше, чем в пропорции кватернария и, или сценария перфекта. Да. У них, ну, например, как бы между ними не всегда можно провести знак такого тождества. Вот. И, например, от тонария, да, то есть если формально от тонария это, когда мы берем два семибревиса и делим каждый из них на четыре, да, то получается, математически получается, что бревис как бы оказывается тем же самым, да, то есть что мы его делим на два, да, ну, в общем, подойду. Если мы вот эти вот два делим на два, получается четыре, да, и если мы их делим на четыре, получается восемь, да. С точки зрения математики, ну, как бы мелкая нота получается меньше, но бревис остается тем же. Но с точки зрения музыкальной практики, кватернария оказывается, вот мелкая нота между ними оказывается равна. И от тонария, в оттонарии бревис и как бы наша крупная счетная единица оказывается в два раза длиннее. Вот. В дуоденарии же она оказывается еще длиннее, чем в оттонарии. Да, вот, вот здесь вот мелкие ноты оказываются равны. Вот, вот и вот. Да, вот кватернария, оттонария и дуоденария. Вот. В этом смысле новенария, она всегда оказывается в соотношении как бы, как будто бы триоль против, триоль восьмыми против шестнадцатых дуоденарии. Вот. С сценариями там в разных ситуациях возникают разные истории. Вот. Но самое интересное, вот теперь можно идти дальше, как эта вся математика начинает работать в музыке, да? У нас есть вот эти вот мелкие ромбики, эти семибревисы, сколько бы их ни было, и они объединяются в группы. Группы отделяются одна от другой специальными знаками, точками. Да, вот на верхнем слайде вы видите два семибревиса, и слева и справа от этой группы, да, точки. Это, эти точки называются punctus divisionis, точка разделительная. И они отделяют одну группу от другой. То есть одна группа равна одному бревису. Семибревисы мы видим в виде просто ромбиков, и они называются non segnata, да, неподписанные. В оппозиции к non segnata есть семибревисы segnata, то есть подписанные. Подписать их можно двумя способами. Нарисовать штиль вниз или нарисовать штиль вверх. И это имеет прямое влияние на ритм. Да? Если в нашей современной нотации штиль – это просто, ну, как бы вот удобно его написать вниз или вверх, в зависимости от того, где находится нота на нотном стане, то здесь это связано исключительно с ритмом. Если штиль вниз написан к семибревису, да, то этот семибревис длиннее относительно соседей. Опять же, не конкретной длины, а длиннее, в общем, сохраняется некоторая контекстность. Если семибревис со штилем вверх, то это короткие относительно соседей. Вот. Если семибревисы не подписаны, то у нас есть определенная система ритмических паттернов, которые укладываются в ячейку. Вот теперь можно посмотреть на следующий слайд. И держаться крепче. Самая первая пропорция – тернария. Да, здесь уже сидят студенты, которых я днем помучил. Вот, для них это уже знакомые картинки, и вот они уже все это дело пели. Вот, я надеюсь, они нас скоро выручат. Вот, так что мы еще и помузицируем. Самая простая пропорция – тернария. Да, бинария, она в музыкальной практике не встречается. Делить бревис на два семибревиса – это как бы, ну, слишком просто, да, для музыки. Зачем? Вот. Когда у нас есть возможность поделить его на 12, делить на 2 оказывается уже как-то, ну, скучно. Тернария, она в музыкальной практике, например, в кодексе Росси встречается один единственный раз. Буквально на одной строчке мадригала «Дуо Челадри». Значит, один последний раздел мадригала написан в пропорции тернария. И, собственно, на этом использование тернарии в кодексе Росси заканчивается. Но она есть. Да, опять же, зачем делить на 3, когда можно делить на 12?
Смотрите, слева у нас семибревис и нон-синьята, да, просто неподписанные ромбики. И если никаких опознавательных знаков нет, то по умолчанию работает система вот этих ритмических паттернов, которые Маркетто называл via natura, да, ну или то есть как бы природный способ деления, да, естественный способ деления. Если мы в пропорции тернарии видим группу из двух семибревисов, первый будет короткий, второй будет длинный. Та-та, та-та. Да, если видим три, то, ну, элементарно они будут три ровные. Та-та-та, та-та-та. Но если вдруг нам нужно поменять паттерн и сделать не короткий длинный, а длинный короткий, то мы можем посмотреть справа, да, в правой части тернарии нарисован семибревис синьята со штилем вниз и дальше нон-синьята, да. Этот ритм можно записать вот так вот, да, та-та. Точно так же можно записать как короткий, ну, как бы, можно сделать коротким второй семибревис. Да, и смысл от этого не меняется. Либо первый длинный, либо второй короткий, и мы видим, что вот этот вот штиль, он нам конкретизирует, что мы имеем в виду. И там же есть такая хитрая, чуть более хитрая ритмическая штука, пунктирный ритм, та. Да? Если мы видим три семибревиса, первый из которых подписан штилем вниз, то такая конструкция как раз читается как пунктирный ритм. Та-та-та. И мы видим, что два семибревиса, которые нон-синьята, они оказываются разной длины, но при этом никак друг от друга на письме не отличаются. Иногда на практике они в таких фигурах второй подписывают еще как короткий, да, то есть со штилем вверх. Но это происходит не всегда. Фигуры по умолчанию вот длинный на первой с палкой вниз и два неподписанных. Если же нам нужна фигура типа та-та-та-там, половинка и две восьмые, то тогда, соответственно, первый будет со штилем вниз и два последних будут со штилями вверх. У нас получается такая гибкая система, в которой мы можем оперировать вот этими вот семибревисами и их хвостами. Если посмотреть дальше на пропорции квотернария и, например, оттонария, мы увидим, что в пропорции квотернария, да, и в пропорции оттонария первые ячейки, первые уровни деления абсолютно идентичны. Мы сначала бревис делим на два, на две равных половинки. Да? То есть, если бревис – это половинная, то это будут две четверти. Пам-пам, пам-пам. Да, это via natura или ритмические паттерны по умолчанию. Если у нас их будет три, да, то мы сначала делим первый. Та-та-там, та-та-там. Ну, если четыре, тогда снова поровну. Та-та-та-та, все понятно. На этом квотернария заканчивается, и мы можем посмотреть на тонарию. Да, до уровня восьмых все абсолютно совпадает. И если мы будем смотреть дальше, то мы увидим принцип, что как только у нас оказывается один лишний семибревис в ячейке, да, то есть мы не можем поделить поровну, то мы всегда будем начинать делить на более мелкие с первой ячейки, да, с первого звена. Та-гадам-пам-пам, та-гадам-пам-пам, та-ка-та-ка-там-пам, да, если их шесть, та-гада-гадам-пам и так далее. И справа у нас разнообразные via artis, да, это искусственные ритмы, которые можно, да, и тут мы видим и разнообразные пунктиры, и даже возможность записать синкопы в пропорции квотернария, и в принципе можем предположить, что вот этими вот хвостами мы можем записать почти любой ритм. Если мы посмотрим на сценарию, то мы сначала увидим какую-то небольшую нестыковку. Да? То есть сценария – это она является идеей, производной от той же бинарии, да, что квотернария и оттонария, только внутри мы их делим уже не на двойки, а на тройки. И сначала мы их делим, как мы видим, да, если половинка с точкой, мы делим как бы на две четверти с точкой. Там-пам, там-пам. Дальше ти-та-та-та-та-та-та. Вот. Вот это вот звено, вы видите, оно вываливается из общего принципа, да, в сценарии имперфекта, она же сценария Галлика. В ней мы сначала делим второе звено,
да, на более мелкие. Потом делим первое, а потом на более мелкие опять начинаем с самого начала. Ти-та-та-там, та-та-та-там-та и та-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 та. Вот. Так вот, вот это звено с тремя семибрейвисами здесь, оно и вообще вся эта, вся вот эта ритмическая система, она позаимствована из школы Филиппа де Витри. И, собственно, поэтому она названа «Арс Галлика» и «Сценария Галлика». У Филиппа де Витри ритмический паттерн по умолчанию вот в этом случае был именно такой «ти-там-та-та-та-та-та». Итальянцы же иногда на практике, ну, теоретически они его позаимствовали, но на практике они иногда итальянизировали вот это звено, и, например, если мы читаем эту музыку, смотрим, то мы видим, что слоги не укладываются вот этим французским способом, что слоги гораздо естественнее ложатся ти-та-там, та-та-там, та-та-там, если мы первое звено сначала разделим на мелкие и длинное ставим второе. И таким образом вот эта система, она иногда как бы оказывается под итальянским влиянием. Ну и, собственно, название Галлика, да, оно, ну, как бы имперфекта, и Галлика это не значит, что, ну, может быть, конечно, и значит, что, ну, французы несовершенны для итальянцев, но в первую очередь отсылает к тому, что они просто позаимствовали его из французской традиции. Вот, можно перевернуть дальше. Дальше мы видим варианты пропорции, варианты тернарии. Да, сценария перфекта. И здесь мы видим абсолютно итальянский принцип, да, то есть взятый из тернарии. Да, мы сначала, если у нас два семибрейвиса, то мы первый берем короткий, второй длинный по умолчанию. Да. Если три, то они три ровные. А дальше мы на более мелкие начинаем делить с первого звена. Все отлично. Если мы посмотрим после сценария на дуоденарию, мы до 6 семибрейвисов мы увидим ровно ту же картину, а после седьмого мы как бы абсолютно логически увидим, что мы опять же уменьшаем с первого звена тагадам-пам-пам-пам-пам, тагадам-там-там-там-там и так далее. Но новенария начинает быть похожа на сценарию Галлику. Да? И за тем исключением, что там, где у нас бревис делится на 4 семибрейвиса, у нас нет никаких вариантов деления со второго, третьего звена, еще какого-нибудь. Мы всегда будем делить с первого, ровно по-итальянски. Да? На более мелкий уровень мы переходим с первого звена. И только потом, когда первое звено кончается, мы переходим ко второму, третьему и дальше добавляем еще более мелкие. Вот. Но это очень страшно, поэтому мы возьмем сегодня пропорцию попроще, от тонария. Вот. Мы почитаем музыку, у вас даже вот где-то есть листочки. Ну, сейчас мы посмотрим еще пару некоторых трюков этой нотации, и потом попробуем почитать. Вот, можно посмотреть на следующий слайд. В этой нотации возникает явление, которое раньше не могло случиться. Да? Это залигованные ноты между группами. Да? То есть у нас вот есть ритмическая ячейка, типа брэвис. Да? Брэвис делится на мелкие ноты. И перетягивать ноту, залиговывать ее с нотой из следующей ячейки в предыдущих нотациях не представлялось возможным, не было инструмента. Вот. Здесь же это выглядит как, например, вот в верхнем слайде слева, брэвис, и к нему прилип семибрэвис. Вот. Это знак, что как бы мы залиговываем эти две ноты, да? То есть то, что мы знаем сейчас как знак лиги. Но также это можно увидеть и внутри группы. Например, на слайде, да, где подписано «Залигованные ноты внутри группы», вот слайд справа снизу, вы видите после лонги, это одна из тернарных пропорций, да, это ну, дуоденария. Вот, здесь нету 12 нот, поэтому это все спокойно делится на тройные и более мелкие. Вот, значит, смотрите, вы видите ячейку из трех нот, и вверху сначала вот эта вот закорючка, висящая на линейке, это семибрэвисная пауза. Да? Дальше два семибрэвиса, которые друг с другом слиплись. Да? И получается, что первый семибрэвис – это пауза, второй и третий ноты, которые залигованы. В принципе, логично, но это можно было записать просто одной нотой со штилем вниз. Да? Но зачем-то
авторам понадобилось записать именно две ноты, залигованные. И вот такие случаи не единичные в кодексе Росси и в других манускриптах. И, возможно, это исполнительский прием. Да? То есть нужно показать, что это две ноты, но они залигованы. Здесь, мы здесь не меняем слог текста, да? Мы распеваем одно, но нужно как-то голосом показать, что ноты две. И подобные исполнительские эффекты, они разными способами будут записываться. Вот, например, если открыть следующий слайд. Вот на следующем слайде есть еще более мелкие ноты. Да? Например, когда у нас в квотернарию не влезает одна нота, да, нам нужно вместо четырех та-та-та-та записать та-та-та-гадам, та-та-та-гадам. Авторы прибегают к хитрым штилям. Не просто штиль, а штиль, который похож на нашу восьмушку, вот с таким вот хвостиком. И этот штиль показывает, что да, это две вот вдвое более короткие ноты, это типа дуоль. А вот если штиль отвернут в другую сторону, влево, то это уже становится триолью. И справа вы видите пример из кодекса Скворчелупи. Как раз вот с такими триолями. Там, ти-та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 м. А вот дальше будет тот самый исполнительский прием. Да, квадратиком обозначено место в пьесе в пропорции дуоденарии. Это баллада «Луцента Стелла». И в ней вот это место, да, мы сегодня со студентами его подробно разбирали и говорили, а как вообще, как это можно расшифровать, и приходили к тому, что ну, вот в этой системе это место оказывается, ячейка оказывается какой-то немножко двойственной, но мы пришли к тому, что это как бы пунктирный ритм с паузой после пунктира. Ти-та-та, ти-та-та, та-та. Да? И само по себе место и интонационно, оно очень странное, да, здесь музыка идет как бы против ожидания, создается ощущение каденции фа, соль, соль, фа, и мы должны были остановиться на соль, но вместо этого мелодия идет фа, соль, соль, фа, ля, уходит вообще совершенно в другой тон, и вот эти паузы внутри группы, они создают как бы определенное дыхание, определенный способ проговаривания текста. И вся эта как бы неоднозначность и ну, неоднозначность нотной записи, она исполнителю только помогает. Да? То есть ты начинаешь обращать внимание, так а что же с этим сделать? А, начинаешь вчитываться в текст, а, тим-там-пам, и понимаешь, что нужно как бы вот вторую ноту облегчить, взять дыхание, и пауза как раз нам дает это дыхание. Да, то есть это можно было записать без пауз, например, ну просто ти-дам-та-дам-там, и было бы, допустим, совершенно понятно. Но автор оставил нам еще вот такую вот, как бы такой намек, да, чисто исполнительский. И если мы это переведем в нотацию нашу, да, то наши четверти, восьмые точки, они абсолютно однозначны. Да? Мы будем это читать, и нам это как бы не скажет ничего. Да? То есть мы будем знать высоту, точный ритм, и иногда не будем знать, что вообще-то расшифровщик стоял перед каким-то выбором вот в этой ячейке. И нам не будет очевидно, например, что это может значить что-то исполнительское. Да, это, ну, как, например, вот те залигованные четверти, да, мы можем их передать пауза и две залигованные четверти. Вот, в нашей нотации, ну, оно понятно, однозначно, но странно, да, и есть много мест, которые наша нотация просто не в состоянии передать, именно поэтому исполнять эту музыку по оригинальной нотации, да, или, по крайней мере, разбирать пьесы, копаться в них, добавляет какое-то определенное исполнительское измерение. И даже просто играть по хорошо проверенным, вот, совершенно точным и прекрасным расшифровкам, которые сделал там специалист в своей теме, это не всегда, ну, это буквально как бы читать в переводе, да, и многие вещи от нас начинают ускользать.
Именно поэтому взяться за эту музыку именно в ее оригинальном виде приносит совершенно определенные интересные плоды, потому что, опять же, если смотреть на это просто вот музыковедческим взглядом, просто на то, как эта музыка устроена, в отрыве именно от исполнительской практики можно не заметить одного измерения, да? Можно совершенно прекрасно заметить, как теоретически это все работает, как устроен лад, как работают каденции, как какие-то игры внутри этого происходят, но как закодированы какие-то исполнительские, как бы исполнительское измерение, можно упустить. Ну, теперь, наверное, можно почитать, можно открыть отдельный файл вот с пьесой, которую я на сегодня принес. Вот сейчас вам ее раздадут. Вот, а можно пролистать вниз чуть-чуть. Так, и увеличить так, чтобы нам в кадр попало вот это. Вот, начиная отсюда. Так, чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть не влияет. Так, вот, лучше. Ну, наверное, нам, кстати, может быть, и хватит пока вот этого кусочка. Вот, вот отсюда, вот, вот, думаю, двух строчек нам вполне. Вот. На этой странице мадригал Сула Ривера из Кодекса Росси. Кто что видит знакомого на этой странице? Вот. Ну, по крайней мере, вот что кажется вам знакомым? Или понятным, или... Это может быть все что угодно. Ключ. Ключ до. Угу, хорошо. Читать мы будем вот отсюда. Так. Вот. Здесь какой ключ? Фа, да, ключ фа на какой линейке? Да, значит, это знак, как бы тот, который сейчас используется как басовый, указывает фа малой октавы. Да, значит, фа вот здесь вот. И понятно, что это нижний голос, тенор. Отлично. Давайте попробуем почитать. Мы уже знаем, что первая нота фа. И над ключом у нас красным записана буква О с двумя точками по краям. Буковка О обозначает, соответственно, оттонария. Пропорция, вариант бинарной пропорции. Да? То есть, когда мы бревис делим на 2, а потом каждый из 7 бревисов еще на 4. Да? От тонарии легче как бы считать по 4. Так получается, что, как правило, исполнительски, да, от тонарии к кватернарии относятся не как бы не один к двум. Ну, в общем, то есть если мы делим бревис на 2, раз, там, тим, там, если мы делим их еще на 2, как в пропорции кватернария, та-та-та-та-та-та-та-та, получается такая мелкая нота. А тонария оказывается не в том же темпе, та-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 
удлиняем. Да, то есть это та-та-та-та-та-та-та-та. Брейвис оказывается вдвое длиннее. Если вам понятно то, что я объясняю. Вот, поэтому, может быть, проще будет считать как бы брейвис на два удара. Раз, два. Это наш брейвис. Брейвис состоит из двух половинок семибрейвисных. Каждый из них будет делиться на четыре. Природным способом, да, вы помните, если видим четное число, то, значит, 2, 4, вот, то это поровну. Да, если больше, то начинаем считать. И вот мы видим первую ячейку. Вот она. Да. Если присмотреться, у первых четырех нот штири вверх. Штири вверх, значит, маленькая. А дальше две неподписанные. Да, 6 нот. 4 коротких и 2 подлиннее. Математически мы можем понять, что в нашу восьмерку влезает
та-та-та-та-там-пам. Да, четыре условных. 16, или там, не знаю, 4 восьмых и 2 четверти. Ти-та-та-та-та-пам. Дальше Брейвис. Длинная нота, вроде Брейвиса, лонги, она отделяет одну группу от другой. Да? То есть Брейвис, все, это другая сильная доля, это другая группа, значит, больше ничего сюда не влезает. Дальше, если у нас идут семи Брейвисы, там, одним сплошным лесом, то они, группы друг от друга отделяются точками. Вот. Также есть такое явление, как лигатура, которое напрочь отсутствует в этой пьесе. Вот. Лигатура, она тоже является отдельной ячейкой всегда. Да, то есть лигатура отделяет то, что было до нее, в отдельную ячейку, как бы замыкает, говорит, что все, ваша ячейка кончилась, дальше лигатура. Все, что происходит в лигатуре, это одна ячейка. И после лигатуры, соответственно, следующее. Вот. Это удобно. Я выбрал пьесу без лигатур, как раз чтобы те, кто не знаком с исторической нотацией совсем, ну, по крайней мере, ну, не потерялись. Или потерялись не так радикально. Вот, итак, первая группа. Ти-та-та-та-там-пам. И дальше Брейвис, который будет длиться тим. Два удара. Вот. Дальше группы. Из двух. Потом снова из двух. Из двух. Из двух и Брейвис. Вот. До этого Брейвиса мы, в принципе, уже можем спеть. Сложности никакой нет. Да? То есть первую группу мы разобрали, дальше. Если главное не сбиться, Брейвис — это два удара. Раз, два. Тим. Семи Брейвиса. Если семи Брейвиса идут по два, то, соответственно, пам-пам. Одна нота, один удар. Одна нота, один удар. И вот. Попробуем. Если первая нота фа, вот, согласно музыкальной практике того времени, нота ля, а стало быть, и любая другая нота, могла оказаться на абсолютно любой высоте, где удобно петь. Вот, поэтому... Да, пусть. А, ну да, хорошо, ладно. Пожалеем, пожалеем людей. Это абсолютно. Хорошо. Первая нота фа. Вы, соответственно, можете петь в вашей октаве, кому удобно. Та-та-та-та-та. Фа, ми, ре, ми, ре, до, 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 ре, ре, ми, ми, ре, до, ре, ми, фа. Ага, подождите. Ре, Брейвис, два удара, да? Дальше, что за группа будет? Да, длинная. До, ре, ми, фа, фа. Угу. А вот смотрите, вот дальше, да, после до, до, фа. У нас, смотрите, фа длинная, а после неподписанная. Что это может быть? Пунктир. Тим, па, та, та. И в конце строчки, да, в конце строчки две ровные снова. Фа, фа. А? Неподписанные – это значит без штиля. Non segnate – это без штиля. Штиль – это, соответственно, segnate. Если вниз, то... Вот. Не пугайтесь вот этого значка. Это не нота. Вот это вот, это кусто, да? Или кустос, да? Она, нет, она показывает, какая будет первая нота на следующей строчке. Чтобы ментально подготовиться. Да. Да. Вот, вот это? А это часть ключа фа. Да. Это все часть ключа фа. Смотрите, вы совершенно без проблем читаете, читаете это. С листа. Давайте попробуем еще раз. Только смотрите. Если мы возьмем это дело с текстом. Су, ла, ри, ве, ра. До, ве, соль, ать, джа, са. Этот Брейвис — это конец одной фразы. Ла, ква, са, ла, та, пер, ла, гран, ка, лу, ла. Да? Вот это новая фраза. Да? То есть эти два Брейвиса друг к другу не прилипают. Ла-ри-ве-ра-до-ве-со-ра-джа.
ла-ла. Да? Это одна фраза, это другая. Попробуем сейчас с учетом этого спеть опять сначала. Ну и попробуем перейти на другую строчку. Смотрите, здесь снова пунктиры, пунктиры, пунктиры. Ничего, ничего примечательного. До вот этой ячейки. Посмотрим на нее. А можно капельку увеличить? Что там вот такого интересного происходит? Да, а сколько их вместе? Так, да, да. Одна без штиля и пять маленьких. Как это уложится в 8, в оттонарию? Да, значит, та, которая без штиля, это первая, это сильная доля. Да, совершенно верно. Да, первое, если у нас возникают такие группы, то это пунктир ти-та-ти-та-та-та, ти-та-та-та-та-та. Вот, да, теперь можно уменьшить. Оставьте еще на секундочку. Вот после вот этой фигуры у нас, видите, семибревис, и после него закорючка, это пауза. Да? Так, ой, и... А вот перед этой фигурой? Что перед? Па. Закорючка конкретно пальцы. Мы это видели вот только что. Да, смотрите. Мы это встретили вот здесь, а потом вот здесь, а потом еще несколько раз вот здесь. Это одна и та же фигура. Один и тот же пунктир. Никаких трудностей, да? Така, тика, така, така, там. Да? И вот там получается после вот этой фигуры с пунктиром семибревис. Нота семибревис пауза, и после него точка едва заметная. Тим. И в конце строчки, и вот перед лонгой, фигура. То есть длинный хвост плюс неподписанная нота, это читается точно так же, как неподписанная, плюс с хвостом вверх, или нет? Да. Да? Угу. Ну, то есть это да, взаимозаменяемые истории. Вот. Последняя фигура перед лонгой. Смотрите, да, вот у нас здесь есть пунктус дивизионис. Вот. И дальше вот эта вот фигура. Сколько здесь нот? Шесть. Как это будет читаться? Да. Сначала короткие, а потом длинные. Ти-та-ти-та-тим-пам-пам. Отлично. Ну что, споем обе строчки сначала. Да. Фа, ми, ре, ми, ре, до, ре, до, до. Соль, фа, ми, ре. Ре, до, ре, ми, фа. Вообще прекрасно. Давайте еще разок, чтобы запомнилось, чтобы тенор у нас в голове как-то немножечко застрял. Три, четыре. Фа, ми, ре, ми, ре, до, ре. Соль, ля, соль, ля, соль, фа, ми, ре.
ре до, ре ми фа. Отлично. А давайте теперь посмотрим на самый верх страницы, на верхний голос. И в какой-то момент попробуем их соединить. Верхний, смотрите. Там едва заметная буковка О между верхними двумя строчками, и под ней ключ До. Да, буковка С, ключ До. О от тонария. Та же самая пропорция. Да, да, та же... Да. Фу. Одна и та же пропорция в обоих голосах. Да. Так иногда случается, что хотя бы на какой-то момент два голоса могут оказаться в разных пропорциях. И именно вот по этим местам мы иногда можем определить, какое может быть взаимоотношение между этими пропорциями, потому что, например, до денария и но денария, да, у них есть только один способ соединиться вместе. Да? Это четыре ноты до денарии будут равны трем нотам на венарии. Да, как бы, то есть как триоль и квартоль вместе сочетаются. И как бы смены происходят иногда как-то так рассинхронно. Ну, здесь нам повезло от тонария. И давайте смотреть дальше. Начинается с ноты фа. Отлично. А что за ритм в начале? Ага. Да, тот же самый ритм, с которого начинался тенор. Та-та-та-та-та-та. Дальше, смотрите. Как еще раз? Да. Первая не подписанная. Да, точно. Ля, соль, фа, ми, ре. Дальше. Соль, соль. Си, до, ре. А вот там, смотрите, да? Вот. О, смотрите, вы такие, вы эксперты, уже просто вот с листа вообще читаете, даже объяснять ничего не надо, да. Возникает такая внутри, как бы, внутригрупповая синкопа. Ре, ля, соль. И вот смотрите, там ля длинная, после нее соль. И там пропущен пунктус дивизионис. Да? Да, точка. Ре, ля, соль. И дальше начинается новая группа. Ля, соль, фа, ми, фа, ре, фа. Да, опять же, как первое? Та-та-та-та-там-пам-пам. Давайте вот до сюда споем. Можно, да, снова еще раз фа. Раз, два. Фа, соль, ля, соль, ля, соль, ля, соль, фа, ми, ре, соль, соль. Ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля, ля. Си, до, ре, ля, соль, фа, ми, фа, ре, фа. Отлично. Я бы здесь добавил до диез. Он не написан, но так мелодически складывается, что это похоже на, как бы вот, на некоторую каденцию. Там секста будет расходиться в октаву, и там, где секста расходится в октаву, секста, как правило, получается большая. Да, секста между тенором и кантусом. Ля-ля, си, до, ре, ля, соль, фа, ми, фа, ре, фа. Угу. Отлично. Еще разочек сначала. Три, четыре. Фа, соль, ля, соль, ля, соль, ля, соль, фа, ми, ре, соль, соль, ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля, ля, си, до, ре, ля, соль, фа, ми, фа, ре, фа. Ага, дальше смотрите, вот сейчас, что дальше, сколько нот видим? Там просто 8. 8. Вопросы есть? Та-та-та-та-ти-та-та-та. А вот дальше? Одна длинная. Одна длинная и... 4, скажем, 4. Да. Тим-та-та-та-та. Да. Дальше. То же самое. Там-та-та-та-та. Угу. Вот здесь вот, вот это вот бемоль. Да. Вот это значок бемоля. До-та-та-та-та-там-та-та-та-та-та-та. Вот, и дальше, да, до, и вот здесь вот си бемоль, до, си, ля, соль, ля. Дальше, четыре короткие, одна длинная, ну, одна, без четыре.
А, нет, еще точки. Mm-hmm. А, и две длинные. Да. Смотрите, у нас здесь какая-то вот вещь, которая на самом деле не точка. Точка вот здесь. Одна нота из группы переносится на следующую строчку. Та-та-та-та. Четыре коротких и две неподписанных. Да, ровно как в первой ячейке. Та-та-та-та-там-пам-пам. А хороший вопрос. Вообще бемоль, он распространяется в основном либо на одну ноту, либо если там где-то буквально через одну, ну, если нота повторяется несколько раз, то она, естественно, остается бемольной. Если буквально через ноту, через две, то в зависимости от мелодической ситуации можно этот бемоль оставить, а можно обратно отменить. Вот, поэтому это... Предыдущей ноте не может относиться? К какой предыдущей? Ну, вот там си бемоль, а потом перед до. Бемоль стоит перед до. Да, перед до. Но он стоит на уровне... Не может стоять? Нет. К предыдущей си нет. Потому что он как бы показывает ноту, которая после, собственно... Ну, в смысле, которая должна быть понижена после этого знака. Давайте попробуем вот, собственно, с того момента, где мы остановились. Брэвис фа в середине строки, да, и дальше соль, а, си, ля, си, ля, соль, фа, до. Три, четыре. Ла, соль, 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 ля, си, ля, си. Три, четыре. Соль, ля, си, ля, си, ля, соль, фа, до, си, ля, си, до. Си, ля, соль, ля, фа, соль, ля, си, до. Ре, ми, фа, ми, ре, до, си, ля, си, ля, соль. Ага, а вот здесь смотрите. Еще один трюк, да? Вот здесь вот после двух коротких пропущена точка. Да. Так случается в манускриптах. Да. Если мы репетируем это на два голоса, да, у нас есть шанс попробовать атака, что-то не сходится. С какого момента не сходится, мы это все дело проверяем. У нас сейчас не так много времени, поэтому я вам сразу выкладываю. Здесь пропущена точка. Да. Мы не будем искать, экспериментировать. Вот. После соли. Соль, ля, соль, да, и дальше снова четыре. Ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля. Угу. Да, смотрите, дальше никаких особо, как бы, особых трудностей нет. Давайте попробуем еще раз с той же соль прочитать, собственно, до конца фразы, вот до сюда. Насколько? Вот с этой. Вот с этой соль, вот до сюда. А мы как с сибикар поем, да? Вот эту от соль или с си бемоль. Да, потому что мы сейчас с группа да, соль. Сейчас или си бемоль. Смотрите, там получается... там такой тритон просто. Да, тритон надо скрывать. Надо. Вот, собственно, и эти бемоли, и диезы, их использовали в двух случаях. Да? То есть даже те бемоли, которые не написаны. Да, первый случай – это случай необходимости, да, когда нужно скрыть тритон. Тот самый случай, да, когда это прям очень откровенно, надо скрыть соль, а, си, ля, си, ля, соль, фа, до, си, ля, си, до, си, ля, соль, ля, фа, соль, ля, сни, до, снова си, да, и так вот это вот мелькание происходит. А диезы тоже были? Да, диезы тоже были. Их проставляли, да? Да, иногда проставляли, иногда нужно тоже в голове точно так же. Если мы подходим к каденции и понимаем, что здесь нам нужен вот полутон, согласно каденционной формуле, мы проставляем тиез. Вот. Ну, мы в записи 50 на 50. То есть... Написали, что умные певцы сами знают, где повысить. В записи. Ну вот сегодня утром мы пели пьесу, в которой был до диез и соль диез. И фа диез. И фа диез. Начале. Да, да. Вот. Не приключая именно, то есть где-то фа диез, потом сразу фа бикар, потом через какое-то время соль диез появился, до диез, в общем. Поехали попробуем еще раз с этой ноты соль. Да. Соль. Там.
соль, а си, ля, си, ля, соль, фа, до, до, си, ля, си, до, си, ля, соль, а фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа, ми, ре, до, си, ля, соль, ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля, ля, си, ля, соль, фа, ми, фа, ре. Ля, соль, ля, соль, фа, ми, фа, ре, фа. А мы ре поем, которые вместе с Брэвисом слиплось? Не те ноты, в высоте. М? В высоту не успели. В один момент, да. В конце группы? Ля, соль, ля, фа. Да. И дальше. Ля, соль, фа, ми, фа, ре, фа. Иногда... Не у всех сразу глаз срабатывает на высоту. Вот. Тот, кто привык с какой-то старой нотацией общаться, они уже как бы всем понятно, да, какая высота. А после нашей современной иногда еще долго думаешь, так, а это до или ре, это фа или соль, что это вообще такое? Потому что они так вот нерегулярно к этому относились. Вот. Вот здесь возникла первая, да, проблема. Кто-то захотел спеть та-та-та, да? Ти-та-та-та, да? Вот. Ну, сейчас мы сразу на всякий случай все случайности исключим. Это понятно. Та-та-та. Здесь четыре. Две на первый удар, две на второй. Дальше. Та-та-та-та. Там, по-моему, четыре коротких. Вспоминаем первую фигуру, с которой все начиналось, да? Первая фигура, она сразу должна запечатлеться в голове, да, запомнили, та-та-та-та-там-пам, вот она еще раз, та-та-та-та-там-пам, и дальше одна длинная и две коротких, та-та-та, и дальше снова четыре коротких и две неподписанных, та-та-та-та-там-пам, там-пам, снова самая знакомая первая фигура, та-та-та-та-там-пам, и вот, у-у-у, какая хитружина. Длинная внизу. Та-та-та. Было где-то такое? Да, синкопа. В теноре. Та-та. Шанс, да? Совершенно верно. И дальше. Ти-ра-ри-рам-пам-пам. Да? Заликовано, да. Это заликовано. Один и тот же слог. Па. Па. Да, и дальше четыре та-та-та-там, и снова фигуры, как в начале, та-та-та-та-там, там, там, все. Можно петь? Сначала? Сначала? Да, сначала. Хорошо, конечно. Та-та-та-та-там, там, та-та-там. Три, четыре. Фа, соль, ля, соль, ля, соль, ля, соль, фа, ми, ре. Ля, соль, фа, ми, ре, так. Тоже. Сбоит. Фа, три, четыре. Фа, соль, ля, соль, ля, соль, ля, соль, фа, ми, ре, соль, соль, ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля, ля, си, до, ре, ля, соль, ля, соль, фа, ми, фа, ре, фа. Соль, ля, си, ля, си, ля, соль, фа, до, си, ля, си, до. Си, ля, соль, ля, фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа, ми, ре, до, си, ля, соль. Ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля, 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 си, ля, соль, фа, ми, фа, ре, ре, фа, ми, ре, до, ре. Ля, соль, фа, ми, фа, ре, фа. Супер. Кто хочет спеть? Да? Заликованная нота была Брэвис, а рядом с Эми Брэвис. Но мы спели, как будто бы были два Брэвис. Вот нижняя нотка. Можно покажу, да? Да. Вот это. Да. Мы спели, как два Брэвис. Ре. Ну, надо просто раньше снять, паузу додержать. А, есть пауза? Есть, да, там Брэвис и еще одна пауза. Ясно. Спасибо. Да? Давайте попробуем. Кто хочет спеть нижний голос? Я спою нижний. А, давай. Хорошо.
Кто со мной? Я. Нижний. Хорошо, тогда кто верхний? О, отлично. Лиза, идите ко мне. Да, вы можете подойти поближе к микрофону, чтобы... А нужно фа еще разок. Да. Фа. Давайте возьмем не быстро. Три, четыре. Фа, ми, ре, ми, ре. Немножко потеряли верхний голос по дороге, но понятно, в верхнем столько мелочи. Давайте еще раз споем верхний. Фа, три, четыре. Фа, соль, ля, соль, ля, соль, ля, соль, фа, ми, ре, соль, соль, ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля, ля, си, до, ре, ля, соль, ля, соль, фа, ми, фа, ре, фа. Соль, ля, си, ля, си, ля, соль, фа, до, си, ля, си, до, си, ля, соль, ля, фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа, ми, ре, до, си, ля, соль, ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля, 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 си, ля, соль, фа, ми, фа, ре, ре, фа, ми, ре, до, ре. Ля, соль, ля, соль, фа, ми, фа, ре, фа. Угу. Надо еще раз откуда-нибудь, с какой-нибудь строки. Нет, все понятно. Все понятно, да? Пробуем еще раз на два голоса. Фа. Поехали. Три, четыре. Фа, ми, ре, ми, ре, до, ре. Все, сошлось. Да, все. Чудеса мои. Вот, собственно, неизвестно. Кодекс Росси, он анонимен, вот, и только пару пьес мы можем атрибутировать, потому что они появляются в других кодексах, и там подписано, да, Джованни да Каша, автор, например. Но вот эта пьеса... Это начало XIV века. Кодекс Росси записан в 1350-70-е. Вот, и если смотреть именно на текстологию, то лингвисты говорят, что скорее 50-е. Вот, он чуть пораньше. Вот, раньше считалось, что он прям ближе к 70-м, где-то туда. Вот, ну, в общем, мнения разнятся. Но музыку он сохраняет из начала XIV века, примерно 20-х-40-х. Вот, потому что в то время
это как раз поколение вот этих композиторов, оно уже стало как бы выходить из моды и забываться, и на севере Италии, где Кодекс Росси создали и записали, видимо, хотели сохранить эту традицию, потому что видели, что есть уже новое, которое сейчас все заполонит и все, там, значит, все собой заменит, вот, и от старой ничего не останется, и чтобы вот сохранить как-то на память, они, видимо, это сделали. Вот это... В Кодексе Росси два главных жанра – баллады, они одноголосные, и мадригалы, они двухголосные. Вот. Что это за жанр, вы, соответственно, видите. Мадригал. Если два голоса, значит, мадригал. Есть одна единственная пьеса на три голоса в Кодексе Росси – это «Качча», и есть еще один жанр – «Ротулюс», вот. Но это вот буквально пьесы, по одной пьесе этих жанров. Вот. Собственно, все. Да, один человек. В смысле? Один инструмент? Ну, почему? Это можно просто сделать себе интабуляцию. То есть... Да, ну, выучиваешь наизусть тенор, а потом играешь наизусть тенор, глазами смотришь вверх, не добавляешь всего и делов. Да, легко, да. Вот, ну, или можно записать себе тенор и сверху записать на той же строчке, переписать, да. Вот, но это нормальная практика, они так делали, да. И есть, опять же, из 14 века Робертс Бридж Кодекс, который как раз записывает вот две партии вот так вот на другой. Вот, наверное, там одна партия буковками записана, а другая вот этой вот нотацией. Это как раз клавирный источник. Для игры на одном клавирном инструменте они записали пьесы вот таким способом. Вот. Так-то основные источники, которые до нас дошли, они вокальные, из 14-15 века. Вот. Спасибо всем. Да, спасибо большое.